скачет. А кто мои кулаки перебафывает на 10-минутные, можно узнать? Индейт. По-любому индейт. Не первый раз. Милитон РБВ. Ну, очень долго в лужах стоишь, очень долго. Мне не нравится, бросит. Белой чемкашки не вижу. Стоп, не по лосу. Стоп, побольше. Ждем зеленый. Переводим. Раз лизнюка в одной комнате, может получиться что-то любопытное. Там красных нет хилах. Пельмени. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Лужа. Что за сброд? Встаньте в демона все, блять, РДД. Пельмени. Красный. Приказ, выбежи, приказ. Видели, как он забежал в это говно? Я видел, но только поздно. Дичь по адмиралу. Влево зеленый. Все ушли. С центра уйдите, блядь. Тим дичь по адмиралу. Да. Команд есть? Нет, он встал вроде. У кого дроиды есть? Жена, поднимай шаму. Пельмени. Пельмени аккуратно. Красные. Прибав по шаманам дайте. Вы что, бегать разучились красным или что, я понять не могу. Кто через босса будет бежать? Мимо кол. Пельмени. Зеленый. Стоп по боссу, по боссу стоп. Чему с меня заберите? Один ГД кто-нибудь. Заберите с меня. Переводим. Слуга в одной комнате, может получиться что-то любопытное.
Да куда ты так далеко ло, блядь? Все в демона сейчас. Трикас, отбежали. Все в звезду. Карин, пока свободно, рейс не френч. Дальше проводи. Алфанзера диван откатился. 50 секунд. Еще выводи, Артемия. Прыгнули, Ордуза. Вернулись. Забирай. Да сука, кто там стоит? Да кастовый, блядь, дебил ебатый. Пельмени. Вернулись. Да вернитесь, блядь, вы в точку. Отпрыгнули в лужу. Зера, зажать диван по бру. Диван, да. Пельмени. Ёбаный дегенерат. Давай. Ой, пизди. Че, и поезд дропнул? Я этого не видел. Кстати, Ген, я хотел тебе предложить на профа зайти. Но у вас демона нет. Ебать, кто там стоял до костола? Кто это, блядь, прист? Понч. Хули тебе надо, блядь? Ну хоть я, блядь, заходишь, стоишь до костола, ж дебил. Хули ты пиздишь, блядь, дебил ебаный? Я... Это был не япончик. Я видел, кто там? Скажу. Кто? Ты смотри по чату, там каждый в кого кидается, кричит, но мне, вязкая гадость. Вот кто был последний? Нет, момент? Это лужа была. Ладно, после пельменей, как только приземляются пельмени, нужно сразу вернуться назад. Потому что следом полетят лужи. И то есть, если вы не вернетесь. Если вы не вернетесь, то лужи, блядь, закроют. А что, типа все нахуй послали и убежали, да? На платформу не заходите. Лен, я хочу тут квест, я предлагаю покури. Да, сейчас. А что за маты, что за психи, я что-то понять не мог. Давайте в ПМ свое вот это. На платформу только не заходить. Будете агрессировать друг на друга, я вам ГП въебу. Пока тот нашел ГЦ. Предупредил сразу. ГЦ, ЧС, сразу. ГЦ, ЧС. Еще надо было добавить, вот Лена не могла сегодня в Ирдру пойти, да? Гена. А вчера... Что тебе, собак? Лена забрала пояс. Ты тоже ЧС хочешь? Ты понимаешь, у меня есть пояс, типа 277, просто с критом. Но я из принципа хочу с хостой. Это, ребята на замене, надо кому там, что, боссы какие-то, вы говорите? Может, заменить? Я уступлю. Гена, кстати, еще такой маленький нюансик. Это знак, что в двух рейдах упал этот пояс. Да уступить-то тут все гораздо уступить. Тут просто, чтобы не прослакали момент эти люди, которые на замене. Если надо какой-то босс, озвучивайте, мы поменяем.
А мне сейчас бы демоны не передамажили. Предлагаю докидать ролл, если кого-то... Слышь, демон, иди ты в смысле ролл, чё-то не могу понять, чем фишка. Тот, кто выиграл, того, тот и идёт на замену, меняет, кому надо. РЛ кого посчитает нужно, того и поменяет. Не работает. Ладно, я тоже отошёл. О, да, тут катушечка падает. Тоже пойду пописываю, до пивоса ещё возьму. Да-да, братан, я тут на хантов, на демонов, я всю хуйню тут уже подноготную нахуячил. Я сейчас на форум пойду, блядь. Старый, кто обижает тебя? Я вообще предлагаю шипэшек понерфить. У меня все заебись. Шипы и хантов. Какие шипы, блядь, а чё вообще там не хитили? У меня сейчас... ты в первом рейде не был, у нас Маша на четвертой позиции по ДПС сейчас. Они в ПВП долбят очень больно. Не, шаманов нерфить надо, я согласен. Куда нас нерфить? Я своим шаманом в десятке еле-еле сижу. Слушай, ну ты что-то... Что-то ты сильно прям... Сука, куда вас апать, Софа? Вам САУЕ есть, вам хватит. Не, совы, если хотят, они дамажат. Вы просто не хотите, так что нехуй. Это знаешь, это надо говорить, вам кислый же дамажат? Бля, 2 минуты осталось, так и пропижу весь свой пипи же охота. Да не отмазывайся, сопротом ходит. Блин, ну как это смысл? Как минимум, чтобы в рекаунте не быть на последнем месте. Ну да. У каждого первого рекаунт скачанный. А чё тим бич в комбате? Для меня Антон, блин. Голодон в комбате. Там жучки, что ли, остались? Пошлите жучков убьем. А, да, кстати, тоже я в комбат сейчас не вижу. Ты не в комбат. Может, и жучки. Че, я думаю, не будем уводить по мобам, сразу зайдем. Угу. Успеем. Ну вот я продолжу, да? Че, квестик попытаемся, наверное? Ну тогда.
специально, типа, сейчас перекурчик. Бля, прикинь, чуть рыбу не проебал в холодильнике. Бля, старый стал, слепой. Нет, чуть попозже. Время попозже. Да ладно, мы что-то там, Афон, что-то тебя, это, разбомбил немного, я смотрю. Там девка был еще. Еще бы выжил я, но меня последним шариком прибило. Ровно перед куполом. Вы про... Про Джейн? Да, я умер, я в метке был, я потом СС-ом стал. Вот, а у мага СС-а нету. Ну да, ну там я был в этой, я был в метке, меня не разбили. Ну там все метки сдохли, по-моему. Ну да, там, да, возможно, все там метки. Просто буквально по, вот от, на один шарик бы меньше было, старый, там был еще человек 6. Че старый? Сапфир Буша? Долгоногом бегать. Женек Адмирал, Женуэн Войт. Мне вообще ничего не надо, кроме пухи. Я говорю, сапфир будешь одевать треньку? Нет, не буду. Я буду сапфир одевать Мозер, если выбью. Заебал. Там без сапфира смысла нет. Так да, Женёк сапфиром бегает. У нас, да, Войда нет. Женёк не бегает. А, он Женёк тоже его. Старый стайп сапфир. Ну, сейчас Войд подойдет, начнем. Вот, кстати, знаешь, старый, типа... Долгоног, вот именно на лане офигенно стакается за счет этих 30%. Походу, не, точно не сегодня. Кирс, я и знаю. Типа ВЕ варом на лоу-левел БГ это просто ваншот. Давайте все дружно гильдии регнем БГ и будем над Фарадо издеваться. Мусор, а тебе где сапфир нужен? Да нет, я вообще спрашиваю, мне его одевать нет. А. Ну я не сторонник одевать, если надо, рейду я могу одеть, как бы, мне похуй. Мне просто, у нас еще Локи бегает, но Локи вчера, по-моему, когда я поймал с первым. Да, он с нами ходил. Я, наверное, приор буду на сапфир копить. Долгоног не падает. Мы Войда ждем, второго танка. Чем в ДВ ходить в основном? Но он может, например, знаю, не может сегодня, да? Там ситуация была такая, что там не хватало одного человека, и Лёха его... Ну, он как бы как ветеран, то есть он не совсем к ДВ составу относится. По сути, может в любом рейде ходить, то есть по возможности, по времени. Да, Лопи это не ДВшник. Точно так. Его просто Лёха просил, что если он может, чтобы он со вторым ходил. Ну потому что в первом рейде у нас локов много. А во втором он хоть это. Ну, место есть под локов. Тим Бич, спекайся пока в танк, поехали трэш. А, точно, у Тимыча танк есть. Леныч, ты тут? Да дайте там суток Войду. Ты чё там с работой разобралась? Нет, у меня там нет года. Не ДВшный даже. Ну чё, в будни будешь появляться? Пока нет. Понятно. Ага. Поехали. Ну, Войду, соточку дайте. Залетайте. Всё, 30 минут пошло. Чего у всех сагли? Я был троих. Хуй с ним, что сагрили, хуй кто чё контролит. Троих сагрили. Миш, знаешь, когда жестко залагало называется? Когда у тебя три пути пламени, а ты их слить не можешь, нажимаешь, а как только у тебя отлагивает, ты кастуешь глыбу просто так. Нет, лагает только когда уже убили, а там 400к у корабля.
Если макрос там сделал, чтобы глыба не кастовалась, типа если на нее клацаешь, она начинает кастоваться, но сразу отменить. И что за макрос такой? Стоп-касс. Типа если нет пути огня? Пристань наверх, раскидывайте контроль. Милики, ну убегите сверху, ну прибегут сейчас. Бля, фанзик. Добавьте просто шрифт в чате. Чё так люди на капслок вообще возбуждаются, я не могу понять. Мне тоже вообще вот честно до пизды на этот капслок. Пошли, пошли в угол туда. Вот эта дичь нужна кому-нибудь с этой свалки ОС? А ты хочешь этим ДКшкой? Я хочу продать. Контрольщики и танки. В чем проблема? Время идет. Фарада, а что, ты не хочешь себе этот пояс? Там парадин. Ну, Лена с меня убрала туда. Зайдешь на сундук там. Тебе же нужен этот пояс, да? Какой? Блять, эти узы хладного духа. Свая с этой с драконьей. Нет? Ну, на этом пояс капа. Фоня, тебе разве нужен этот пояс? Он на РПБ, нахуй тебе нужен у паладина? Главное, лата и сила написаны, и все. На Павлоса звездочет, на пояс. Или свайш. Нет, то, что вы озвучиваете бис, вы, конечно, красавцы. А в том, что ты когда бегаешь, и тебе, в принципе, как статы повысят, и ДПС небольшой. За УД пояс. Ну вот тут уже другой базар. А то вот эти красавцы пиздец. Этот пояс бесполезный, с ДПС он ничего не даст на пауэр. Нормальные люди себе на бис. Да я же не утверждаю, что этот пояс идет палу. Я утверждаю, что вы все такие, знаешь, прям на язык такие мастера, пиздец. Старый, все это, знаешь, это то же самое, как это. Не берите пояс Марагрима кольчужный, потому что с РСХМ падает лучше. Ну да, это то же самое я могу сказать. Идет Элион 260, и я ему говорю, ты что, ты конченый, ты нахуй волю берешь, если чешка герб топ. Ты чё, нуб ебаный, что ли? Нахуй она тебе нужна? Вот то же самое. Не, ну факт в том, что целых АХМ мы ходим с урфа, а РС-ку мы не... Это вот это... Хуй с ним. Обычка. Всё, но давай по обычкам. Танки у вас в РС-ку есть. Короче, это... я почему вам одну могу сказать. Если Каван будет, то да. Лёха сказал, или если Драгон не будет.
Леха оставил пианиста, чтобы сходить с нами в ХМВРС. Так что это поднимайте павших. Карина, ты где? Это Пупчамп. Джайну убьете, он сказал. Пойдем в РСХМ. Саша, где Карина? Пианисту он КД не вешал. Пускай Темыч тогда танчит. О, Полина. Подслушиваешь, да? Это... На танке. Где на рыбу поставь? Кабахнуть, у кого там чего не хватает. По старой традиции РДД 7 ГП, если в сферу упадет. Так, Вой, ты на Келесете. Особенно старом. Тимбич, ты на двоих ребятах. РЧ на баф на... Честно, я со слезами на глазах это сказал. Но... Все РДД на кинетике. Зато помогает. Лапу дайте. Япончик, эмульгатор. Напуливайте на Тимыча. Давайте фастиком. Квест у нас висит, ребята. Нет, нет. Ебать. Сколько вагона? Да, шо вагона, пиздец. Так, жену дай по мне ВР. Кинетика. Вихрь. Геро. Кинетику помогите. РДД, ГП. Молодцы. Кинетику не слагайте, РДД. На сцене справа. Тут до адмирала достает. Келесета, кто не умеет бить, не надо бить. Кинетика в углу около правых ворот падает, смотрите. Кто рядом, поднимите. Вообще, пока возможность есть, рассоситесь по залу, чтобы хоть кто-то доставал до кинетики. Все справа. Thank you.
Что ж они все справа появляются? О, как удобно три появились. Цепухой заебись, блядь. Знаешь, типа специально стоишь слева, а они справа появляются. Смотрите, вдалеке вон, поднимите, пожалуйста. В центре. Кольцо. Лучше бы с корабля выпало. А это кольцо Маша хотела. Старый там всем РДДшникам начал втирать. Старый, тебе проще было бы дать всем убрать с танков и хилов. Да, кстати. Сам ДТ еще надо. Причем забавный факт, падает две кинетики, стоит один демон с костами в 2 секунды. Карина, залезай в инст. А у тебя демон не призывается маленький? Маленький, но он тоже кастует типа 2 секунды. Не, просто ты вроде бы раньше в Афлике вешал демона, и он там в соло поднимал ее, не? Ну я говорю, он кастует 2 секунды, то есть, если кинетик вот появляется и начинает падать, а ты просто не успеваешь, пока у тебя этот пят добежит до нее, да, пока начнет кастовать, она уже упадет просто. А я как назло, знаешь, самый левый край встал, потому что там обычно чаще всего появлялись они у нас. Именно которые не достают. И все справа появляться. Вот типа слева только две штуки появилось за все время. Так все, никого не обидел. Обидел всех. Всех обидел, да. Кто его в рейд взял? Лена. Давайте техним старого и 250 залив с рейда. По-моему, 250. Я, конечно, не подстрекатель, но... Ты охуел. Нет. Упала бы вторая, было бы 250. Упала третья, 1000. Там, по-моему, 500 было. У вас вообще другие расценки, я не знаю. Так, блядь, за что? Занимай... Не. Ну, могу 250 индивидуально тебе дать. Так мне даже в рейде. Если хочешь, если очень хочешь. Вары могут топоры покидать. Так меня в рейде нет, как я? Разве что подбадривать могу. Не важно. Тем более ГП. Ну мы так эти... Если в рейде нет, то тем более ГП. Да, общим голосованием тебе, как подарок, например. Считайте, что все получили по одной воронке. Их в этот в магазин продали. Да не, реально очень много слака в пизду, и мне самому слезы наворачиваются. Я сам бил по сферам жестко. Ну видишь, не все хотят бить, значит все страдать будут. Ну зачем ты это делаешь?
Блин, они не отображаются же, да? Получаемым урона врагом. Кто? Сферки эти. Вроде нет. То я в скаде что-то не вижу тоже. Просто ради интереса. Ты как сфера ж не из тебя появляется? Как ты можешь это построить? Нет, в смысле, там по любой цели, которая наносится, которая получает урон, по идее, должна отображаться. Там не, там сфера не получает урон. Я на боешка. Да, я релогну сейчас фастом. Не, просто в следующий раз все будут играть по сферам активнее, и все. Это еще раз повторяю, люди, которые на замене, те боссы, которые остались сейчас, надо кому-то? Нет. Шмот? Просто нет? Там, не, Насте печенька вроде рыбу нужна больше. Рыбу жуйте последнюю. Ну, у меня есть рыба, если что. Да у нас РТ-то осталось, пиздец. Я специально, чтобы не дохли, а ты тут это, у меня еще есть. А, ну еще, извините, ты бы хоть предупредил. Так, тимбич в ДД, тимбич в ДД, так, Арина зеркало положишь. Тимбич, заходи сюда, что ты там стоишь? Я же сказал, релогу еще заходи. На пол в трусишке. Подождите, я спек не помню. Ена, да ты и так, скорее всего, первый укус поймаешь. У тебя же там агронабор просто жесть. Ена, бей этим. Который агро повышает. Все, я сразу элементалей просто накидаю и все. Под СПД флаской. И отъехал. Ты по спылу отъехал. СС закинуть, что ли? Это... Настя, погоди, ой, Лена, смотри, там Насте же надо что-то, возьми ее, пишет же. Ей печеньки, ей печеньки нужны. Печенька нужна. Заберет с Лича, зайдет на сундук. Так сразу пуляешь. Укусы рандомно, да? Второй на девку, а потом рандомно. Да. Рандомно, но главное не по хилам и не по танкам. Это был у нас один любитель такой. Сара, ну не слаг. Старика, если что. Страх. После первого приземления я дам Геру. После укуса. Начинаем представление. Как укусы раздадите, скажите.
Иди надо, укусил ты меня, чё ты бегаешь ко мне туда-сюда? В смысле укусил? Укусил? Нет, это не я был. А, белка? Блять, это Белодон. Белодон, не люблю. Я старого проебал. Я главное, блядь, тыкву понять не могу, думаю, ну окей, может в демоне не тыкать. Форму снял тыкву, дальше, блядь, все равно не тыкать. Что, типа, а я понять попавшего, не могу, все. Подошел, укусил меня, стоит, пытается дальше укусить. Может быть, то у нас не тыкается. То, что я без укуса вас догоняю, нормально? Слудить будете, я вам ГП въебу. Блять, я долбоёб. Не спал? Начинаем представление. Рэп на хп. Я по грухи нету. Зачем ссылка? Кто-то в микрофон плюнул, что ли? Да бесит! Кто-то микрофон выплюнул. А, выплюнул? Че, есть смысл? За хилим пойдем, никто там не захватил. Да, за хилим, завтра останемся. Вальку успеем, да. Ну тогда еще нужно будет ивент. Назвал на щит, офспек у меня. Или бурсилага, извиняюсь. Я поняла. Чё, Лен, я в хила на этой сучке? Фанзировщик. Спасибо большое. О, он лёгкий дамский двоин свой. Да вы чё, и совсем что ли там? Да. Реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой был на мне. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьёмся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Yeah.
верхней полке. Нападай, гроза блиц! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Вот, да. Я из-за толстого не увидел, блять, а когда я пробежал, думаю, ёб твою мать, даже глыбу прожать не успел. Блинковаться надо было. Ой, сейчас получится. Я блинкануться успел, а в глыбу не успел, они бахнули меня, и, блять, я в другом месте подлетел уже. Там кто-то стрим смотрел, может, видел. Я вначале подумал, что загнулся от адмирала, а там белка. Сейчас Леха заходит, а клуб 250. Если во время пушка блинкануться, то видишь, ты вообще не блинканешься, ты просто вот. Ну да. У Лехи молча иногда. Иногда выкуриваешь, что Леха тут это просто 250 ебаша с гильде. Просто из ниоткуда, да? Из ниоткуда просто. Поперла нахуй. Бонусы. Просто если ты сам косячишь, даже если не дают ТП, ты же понимаешь, что ты можешь получить. Ставки от Лехи. Не знаю, я... Ставки. Да, я самокритичный человек. Я сам себе ебашу за радость, если я косячу. Правда, я по ночам плачу потом, но это не важно. Ну зачем? Ну у меня же такой хороший приор был, да? Ну да. И тут какой-нибудь такой коварный женёк заходит в рейд и забирает эту шмотку, да? Этот коварный человек будет забирать тело на Т5. Кстати, вы на каком бой? На Вальке. Будет место на Синдру? Мы не пойдем на Синдру. Так у тебя же лагает. Ты куда? У тебя же лагает. Синдру, ну все, теперь пинг поднялся. Синдра лежит, но я попробую за. Поднял, это плохо, ты че? А, точно, там же РТ заканчивается. Ну че, кстати, Келли с первого? Давай, иди сюда. Да. Келли, да. Свети, но было провайдера. Сложно. На следующий РТ свети провайдера сюда. Так, Фанзера, спекаешься в хила, летаете Денчик, Фанзера и Шаман. А мы давай придем. Кельта был не супер, а мне был просто. Блять, поехали. Что? Ну ладно. А чё, стой, босс-то говно. Да, ну ладно, блять. Я типа, знаешь, только свернул музычку включить. Так ты ж. На. Лента. Хочу трэш просто почистить перед Синдрой, чтобы портал открылся. Так я тоже. Не флудите, еще раз говорю. Ирел говорит. А Ирел так-то Лена. Угу. Но ведь у нас не один на РС. Паладины, когда Гера нужна будет, озвучите. Подавитель.
Старый. Сможешь угадать, каким образом можно на Вальке получить ГП? Кинуть истерию? Не. Он был... Именно шаманом. Геру? Ну, можно было бы так, но нет. Давай потом. После этого пула. Что там у вас, пацалкашки? Валька, Валька. Про фобили или нет? Да. Осталось Синдралии, да? Ничего. Угу. Все, кто не знает тактики на РС-25, хуям завтра, чтобы знать. Я излечилась, Изера. Кто хочет пойти? Кир, слушаю, где можно? Короче, не выпить сопрот на Вальке, подлететь на вот этом столбе, и при этом, чтобы рядом с тобой взорвали двух замков. Что-то какую-то сложную схему прям спизданул. Я умудрился здесь так ГП получить. Просто понимаешь, я, наверное, единственный, кто на Вальке за такую фигню получит. А сопрот нахуя на Вальке, я вообще не понимаю. Вот с тех пор я пью его здесь. Я с вчерашнего утра еще не спал. Ясен хуй, ты целый день БГ топишь, ебать. Чё за херня, алло? Я просто... Чего? Мозер, ты видел, нет? Нет, не обратил. Типа, мы приземлились, я просто делал шаг вперед и типа разбился. Там... Это знаешь, Ген, это от полетки точно такая же фигня. Когда ты приземляешься с этого, с маунта, ты делаешь шаг вперед и сдыхаешь. Вот один в один. Хена, это... Пришел Рез. Че, Леха? Хена, это хуйня. Когда ты бежишь, блядь, по БГ нахуй, спотыкаешься и умираешь, блядь. При этом, что тебя никто не бьет, это вообще пиздец. Было бы нарезка видосов, блядь, скинуть админом. Это пиздец. Бежишь по БГ, блядь, и тебя КП отнимается, сука. Ну, нормально. Споткнулся на кладбище сразу. Видишь, тебя вышку захватывают, споткнулся, резнулся, отобрал. Все. Не, на око ништяк, если тебя убегают рядом с пропастью, резко прыгаешь, сразу резаешься. Да не фул ХП. Ну. Или прыгаешь и гриппаешь с собой. Дайте нет, касочку даже, и приставай, да, пожалуйста. Типа, дохуя. Нет, зачем? Нюансов, что просто, блядь, текстуры. Вроде, блядь, нихуя, а ХП отнимается просто нихуя. Старик Мозер Фрэнсис. Да я здесь. И я жил. Пошлите. Яна, ты завтра с собой пойдешь? Или Лок? Куда? На Джайну. На Джайну? Наверное, Локом. Ну, типа, нет, ну я могу и с собой пойти, но мне нужно лича убить Локом. У нас Афоня на сова есть. Афоня не ходил. Может, мы демона не будем лишать, ну, рейда? Нет, если как бы демон будет, я могу на сову зайти, да? Если демона не будет, то... Вернее. Ну, вообще, и с женой, Афоня... Ну, типа, на демоне тогда буду. Мне просто там на сову, как бы, ничего не нужно. А ты чё, совой в первом рейде не топишь? Меня не было.
А вчера не вчера. Было, а мы вчера пул закрыли. Они, да, за один присест закрыли все. Сколько фанзера, сколько? 55, лё. Ой, 45. 55. Моб заэвэйдился, походу, перезапустил. Вторую руку кой. В обочку ещё. Ел на этой неделе или? Нет. Ну, сегодня доберешь, возможно. Ну, либо завтра же точно. Ты пошел бы завтра. Бля, вы не забывайте, чувак-то с ДВ. Вот такие простые пиздец. Дору собирает. По времени это тяжело. Мне завтра молодежь ебаную к присяге. Да сам уже типа соберет там. Заберет. Я попытаюсь с кем-нибудь прорваться. Ну типа, смотри, остался Синдра, остался Лич. Но это в теории два осколка, да? И типа три осколка с восьми боссов в обычке. Примерно столько и падает. Гарейдов, что там Гарейд может на 8 даже не дойти. Во-во, я только хотел сказать об этом. Ну можешь старый собрать там, я могу мишки потанчить. Да нет, 8 это стандарт, по идее. Да, поверь, это, я тоже могу собрать. В принципе. Анрул осколками. Он же ты типа... на фул ходил. Денчик пишет. Он там два. Ролич мод просто в конце, никто не уйдет. Да. Денчик пишет, я на днях ходил. 3 часа, 4 босса и рух. Я вот с Фанником ходил. С Денчиком были. РДД, вы видите из центра. Там Денчик на ком ходит? Вот, кстати, мы же Мозер ходили в этот рейд. А Денчик на ком был? Он на Роге, по-моему, был. Да это мы сгорело, но. Кстати, старик по поводу присяги. Я это сегодня приезжал двоюродный брат. Приезжал. Присяга была тоже. Да я ебал вообще. Я, сука, к личному составу никак не отношусь. Тянут нахуй на эту присягу ебаную, а парадку сейчас доставать. Парад в 25 лет попал в Мусланду. Он учился? Или что? Ну там, ну, типа, магистра. На магистра, да, потом, я понимаю, пошел. Охуенную историю. Короче. Тусуюсь я вот во дворе, да, гуляю, блядь, вот у нас 11 класс, там я в училище поступил, с пацанами общаюсь. Потом прерываю контакт с одним типом и встречаюсь спустя 10 лет, нахуй. Я офицер, а он срочник. А года у нас одинаковые. Образование высшее, что у него, что у меня, просто я военный, дебил. А он там хуйню аграрную закончил. Вот я охуел, когда мы в полях увиделись. Вот я тебе говорю, вот жизнь, какие сюрпризы. Дает. Кореш мой, понимаешь? Просто кореш. Ты вот прочел? Я все хуй. Я сразу упала, сжался, сука. Да нет, конечно, ебать. У нас, допустим, если ты закончил вышку, тебе проще пойти, блядь, отработать там, не знаю, в милиции, блядь, 2 года по контракту. Тебе сразу лейтенантский не дают. Я ему погоны сразу, он был рядовой, я ему сержантские погоны сделал перед дембелем, и все. Ну, типа, если все отрабатывают, ты сразу лейтенанта получаешь, и 2 года всего лишь отрабатывают. Да, если... мусорские звания, хуйня, эти там военные. Там разве минимальный какой-то контракт, там не на 2 года. Если ты с милиции идешь в военку, тебя сразу, или на рядовой. Все, маги, поставьте портал, пожалуйста. Как, не сразу рядовой, смотря кем ты был. Ну, на да. Войне. Ян, ты всю ЕПшку, да, начислил? Да, все свободны. Все. А чё, вол, трэш пошёл? Короче, ну нахуй, валим отсюда. Помогите! С военки, если ментовку, то нормально. Если с ментовки... Ставлю один единственный камень, больше камней нет. У вас есть 1 минута. Кто-то так грамотно съебался через порт, вот на мне бой, вот как мне съебаться? А ты через мой портал съебись. А все, съебался. Все, все свободны, всем спасибо за...